Ну что, друзья, здравствуйте, приветствую. Мы продолжаем с вами проходить. Всегда становится Definition. И, собственно, да, в прошлой серии у нас довольно-таки с вами было интересно все, да, но в этой будет мне интереснее. Блин, нас уже, видите, даже тут поджидает миссия Стэмпани. Серийка будет очень интересна, поэтому, Саш, удобнее надевать пледик, обязательно пройти пить куш, раньше пить в пить или пить АВД, потом просмотра. Мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. Так, давайте мы для начала, знаешь, что сделаем? Так, поехали для начала с тобой на W. Вообще, для начала нам самого амуницию нужно, да, чтобы сгонять. Поехали, сгоняем туда сначала, надо закупиться в любом случае, да, и бронежилетом, и, в принципе, патрончики еще докупим, еще монет. Вот. Вот, а если ты не видел прошлую серию, то слышишь, комиссар Санина хочет наплыть, в принципе, да, на полном уровне данной игры, и подсказочку там сверху справа под такой будет восклицательный знак нажимаешь. Если его нет, то спускаешься чуть ниже описания, там будет прикреплены там все там ваши там видео какие-то будут прикреплены. Да, вроде ниже описания спускаешься, там будет видео просто прикреплены. Да, это подсказочки, грубо говоря. Там будет прошлая серия и плейлист с прохождением данной игры полным. Вот. Чё, давай, мужик, что у тебя есть? А? Давай, давай, что у тебя? Что у тебя? Давай, бронежилет сюда. Угу. Вот это нам надо. А вот это нам надо, мужик. Блин, еще знаете, что бы я сделал? Перед финалом я бы нашел, знаете что? Миниган. Он тут есть, я не помню, где он находится конкретно. Надо бы посмотреть. Вот, на миниганчик я бы 100% нашел бы. И для финала это просто нужно, ребят. Нужно. Да, поехали с тобой на W сначала, да? Да пройдем уже у него миссии, собственно. Я думаю, мы в этой серии с тобой закончим эту локацию и будем продвигаться дальше. Наверное, вернемся в Лос-Антос, там уже будет, скорее всего, финал. Вот, это кто знает, кто знает. Посмотрим, посмотрим. Так, ну, собственно, уже подъезжаем к миссии Вуди, да, Вуди же зовут. Так, приманка. Для меня, конечно, большая честь делиться с вами мой дом. Но нам надо выманить тех ящериц на жгучее солнышко. За нами хвост был. Ратва Дананга следит за этой квартирой. Только мы выйдем, они пробуют убить его. Осуждаем, осуждаем. Слушай, и в чем тут проблема? Посуешь отсюда. Заманиваешь их в тихое место и извлекаешь его от задницы, только без обид. Никто не обижался. Мы находим тебя забавным. Слушайте, пока они думают, что мистер Фарли находится у меня, чё? Они поедут за мной хоть. Чё же много? Через некоторое время вы сможете выйти без лишнего риска. Все очень просто. Изумительно. Хм. Если справитесь, то вас будет ждать награда, мистер Джонсон. Конечно, справлюсь. Какие вопросы? А что с текстурами, блядь? Нормально. Так, ну поехали еще в город, собственно, давай, когда еду, так, собственно, и включусь. Или если будет какое-то что-то интересное будет происходить, то включусь. Мы с вами подъезжаем к миссии, собственно, да? Да, кстати, управляем машину. Интересно, джип управляем, интересно. Так, пока отрываемся с тобой от них. Блин, ну я, кстати, не помню. Я эту миссию, кстати, даже не помню. Самое интересное. Ух ты, ебаный бро. Интересно получилось. Давай, заезжай. А, их трое уже. Ну, все нормально. Ну ладно. Да стойте! Подождите. Бля, тут пригорок. Эй, пригорок. Похуй.
Все, погнали, разгоняемся, разгоняемся с тобой, разгоняемся. Отстаньте, отстаньте от меня. Бля, вообще смотри, на тоненького осталось. Да отстаньте вы, ё-моё. Скажи, что там финиш уже. Бля, уйдите нахуй отсюда! Уйдите меня, я узнаю меня! Бля, нормально все. Ребята, идите нахуй! Отъебись от этой твари ебаная! Все, отсосете. Давай, разгоняйся, ну, джип, разгоняйся. Ты долбоеб, что ли, нахуй, не пойму, бля. А, нормально, зареспавнились. Классно. Найс. Наш... Я арирую. Эй! Мистер Джонсон, вы тугупе, вы в порядке? Да, все путем, эти гритины проглотили наживку. Мистер Рамфали, в порядке? Да, спасибо, Вузи, вот безопасное место. Отлично, увидимся позже, чувак. Ты прямой, возвращайся в чайный антаун. Ну все, отсосали же. Я говорю, изи. Изи, мэн. So easy, как говорится, да? Так, что у нас с тобой там остается? Собственно, опять дабл, там что-то еще. Ну да, погнали еще. Да, сейчас доеду, собственно, и включу, чтобы не затягивать хронометраж, собственно, да? Так, мы с тобой приблизились к миссии. Давай, собственно, с тобой пройдем эту миссию теперь. Вот. Воздушный налет. Hey, what up, Z? Как он, Зи? Если ты о моем давлении, Карл, то оно повышено. Окружение моих надежд на вечерание неминуемое. Почему? Ну, как обычно, силы тьмы взяли вверх над добром. Жизнь сплошные страдания с перерывами на агонию. Кореш, ты почем? Почем бы не был осуждаю, блядь. Извиняюсь. Правильно, Маргойс не продает. Короче, нужен удачник. И специальный шутан. Я прямо сейчас секс мне занимает в последнюю очередь. И слава богу. Беркли вернулся. Ух ты, Беркли. Да? Кто такой Беркли, мать его? Просто человек, которого я когда-то победил в чистой борьбе. Человек буквально одержим вместе. О, так ты ему накостылял? Нет, что ты, я никогда ничего не носил. А, я знаю, ты его тёлку осуждаю, блядь. Нет, я выиграл приз на научной олимпиаде, первое место, конечно же. Красавчик. Нет, я выиграл приз... О, блядь, я только что прочитал. И теперь он тебя завалит? Сюда, блядь. Я считаю, что это гранты мелочи неограниченные. Да что за записка? Это он. Мы не сражаемся до конца. О, сейчас та сама миссия, блин. This is insanity. All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. CJ, bogey's at 12 o'clock. Great kid, don't get cocky. RC Barron's at 9 o'clock high, Carl.
какой-то нам миниганчик нужно будет с вами для финала найти, собственно. Я, он где-то на карте должен лежать, я вот только не помню где. Ух, ебать, что у вас. А что так много-то? Не понял. Ух, ебать, смотри, сколько там летит. Видишь? Так, ну пока что более-менее нормально. Тут вроде мы еще даже на вертолете как-то игрушечно будем, да, еще летать, блин. Это там такая была миссия, мне не очень нравилась она, честно говоря. Ну такая прям, фу. Пока давай вот эти. Потому что те еще не подлетели так близко. Да, миссия интересная, интересная. Очень интересная миссия. Скажу вам так я. А, на время здесь? Бля, я даже не заметил, ну ладно. Ну вроде бы все. Здесь музыка из начала, слышали? Тун-тун-тун-тун, это музыка из начала прям. А, нет, это музыка, знаете, там Штыкевич будет, да, вроде звуки? Похожие, где, когда мы к Биг Смоку ездили. Или изначально. Когда темпа не хочу помню. Помните, было такое, такие же звуки были. На пляжах, ну то есть из крышах. Погнали сразу же next. Пути снабжения. Эй, Зи, ты где? Уходи, Карл, я тут очень занят. Совершенно секретное дело, не для твоих глаз. Ну же, чувак, ну где ты? Сказал уже, уходи, Карл, мне не все надо, друзья, не нужны, спасибо. А, чувак, я у тебя крепкие подштанники. Да, мой герой, Карл, он вернулся, унизил меня. Мне, кстати, заняться проституцией, осуждаю, блядь, осуждаю! И меня... Чё? Я 28-летний мужчина, которого Аринада помог слезть с крючка, на котором я висел подвешенным в нижнее белье, основывая свою неадекватность почти 2 часа. Слушай, ты должен дать сдачи, парень. Что у тебя есть за руля? У меня есть один модель самолета. Ну вот, с его помощью мы опустим, Брэдли. Ну окей, круто. Чувак, это смешно. Ну, сказал, влезло даже, ну, глубоко влезло, прям. Вот это блёшь, вот так взял, вот так, опа, и все. Это такое осуждаем. Как подниматься наверх-то?
Такая семейка на самом деле не очень удобная. Блять, он сам взлетает еще. Совсем конченый, или да, блять? Ну это пизда вообще, что это за хуйня, блядь? Ой, вот это самая нелюбимая, одна из самых нелюбимых миссий вообще, блядь, в этой игре. Спасибо там нахуй, блядь. Блядь, ты встал нахуй, как уёбок, честно говорю тебе, блядь, мужик. Я всё понимаю, ты видишь, игрушечка я это. Блядь, дура ебаная, уйди, блядь. Ещё пока он развернется, пока ты сделаешь, блять, еще трэш ебаный. Да иди ты нахуй, блять, мужик, съеби ты нахуй отсюда, пожалуйста. Все в пизду, блять. Мужик, чтобы я еще раз пришел на твое задание, иди ты нахуй, честно, с этим заданием. Лишь бы он сюда ехал. Куда ты, мальчик? Блять, ну ебаный в рот, блять. Все, еще двое осталось. Ну что это? Я просто вверх лечу, ребят, чтобы понимать. Я просто направляю его вверх, он летит в бок. Ну это как вообще понимать? Ну это, ну, можно понять или нельзя понять, я не понимаю. Или это вообще недостижимо нашему еще, блядь. Нашему, к нашему пониманию еще не дошло, блядь. Что с ним, блядь? Вот я его вверх направляю просто, вот смотрите. Просто вверх его направляю, он в бок летит. Ну ты конченый или да, блядь? Блять, совсем ебанутый, да? Бля, мужик, ты сделал хуйню, честно, а не игрушку? Смогу так сказать. Полная залупа это. Давай, лети уже, ебаный. Все, выровняйся, пожалуйста. А, охуенно текстуры, смотри, что с текстурами случилось, нормально. Да, это трэш, просто трэш. Да
Интересно, не Сочи. Где он там? Знаете, блядь, как проходить это вообще, блядь, без геймпада? Ой, блядь, ты же вообще ебанешься, блядь. Да, еще в этот врежешься, да. Давай, блядь. Бля, мужик, ты сделал мне игрушку, а реально залупу полную, блядь. Больше, пожалуйста, не делай эту хуйню. Прошу тебя, блядь. Ебите, ёпта. Прошу прощения, блядь. Блять, ну это вообще пизда полная, блять. Ну это пиз просто, я в ахуе. Ну ты там развернешься, блять. Блять, что с ним не так? Что с этой хуйней не так? Она просто ее просто верти, блять. Как хочешь, просто верти и все, блять. Бля, может ты будешь попадать или да, блядь? Все, наконец-то, блядь. Блядь, да ебало в рот! Блядь, давай последнего, все, последний остался, блядь, последний остался. Хорошо, поедем вот этим путем. Ебать, пожалуйста, держись, мужик. Давай, держись. На плаву! Куда ты поворачиваешь? Блять, ну смотри, что это такое, блядь, самолет, не знаю. Блять, пиздец. Полный трэш. Хорошо, что не на время, блядь, еще. Еще бы на время сделали, блядь. Блять, ты долбоеб, нахуй, тебя найду, блядь, тварь ебаная, блядь. Куда ты едешь, куда ты торопишься? Видишь, игрушка, блядь, неуправляемая, блядь. Все, можно просто долететь спокойно уже туда, и все, выполнить задание-то. Понятно. Все. Иди домой, блядь. Какой домой, нахуй? Еще дом, блядь, еще к нему долететь, прикинь, нужно. Пиздец. Ну ладно. Бля, это просто, это, знаете, страдание и боль просто, эта миссия. Ну просто я не знаю, почему так швыряет жестко. Да, интересная миссия, интересная. Ну разнообразие-то. За разнообразие. Да, блядь, ну можешь. Просто, мужик, можешь вот так идти просто и все. Наконец-то.
Не, все, погнали на дабл и погнали, блин. Попозже выполним уже эту миссию еще. Там просто с вертолетом, скорее всего, еще будет. Да, миссия очень интересная, блин. Просто жесть. Не люблю, не любимая миссия. Не, одна из моих нелюбимых миссий. О, блядь. А что, почему? А почему буквально на месте? В классике, если они, если эти... В классике, если типа челики просто выпрыгивали, ну, выпрыгивали из машины, на ходу выпрыгивали, блядь. И не тормозило. Странно тем, ну ладно. Блядь. Ребят, я нажимаю только вперед ехать, если что. Просто вперед мы едем с вами. Вот. Rockstar, что там у вас по, что по игре? Все хорошо, да? Все хорошо. Но заметно. Все, подъехали, ладно, к другой миссии. Нормальный, блин. Десантная операция. Мне надо кое с чем разобраться. Что? Послушай, хватит меня отвлекать. Как себя чувствуешь, Карл? Имеешь в виду, умею ли я плавать? Да, плаваешь хорошо? Нет, не очень. Как это получается? В плавание. Понятно, ну поехал, ладно. Обратно туда же, к этому чудо-юду-изобретателю. Чудо-юду-изобретателю, который изобретает нормальные хорошие вещи, да? Которые не управляются почему-то, да, нормально, блин. Поехали, что тут еще? Игрушечная армия. Что ты взял? Добро или куру? Я иду на задание судьбой. О чем ты вообще говоришь? Настал мой судный день. И мне следует спросить себя овца или, я, или козлище. Карл, будешь моим секундантом? Вот несколько писем. Я оставил все тебе на случай, если... Прошу тебя. Магазин и так мой. Да что с тобой еще? Мы пересекаем Рубикон. Мне придется сразиться с Брекли. На кону нашей чести, нашей же жизни. Удивительно, раньше я не замечал. Каким же прекрасным может быть это время года? Возможно, я больше никогда не вижу Рим весной. Come hither. Бля, я за танчик буду, конечно, я за... Behold, no man's land. Man, y'all take this shit seriously. Berkeley's headquarters is across no man's land. I'll drive the bandit, you fly the goblin, and help any way you can. If I get the bandit into Berkeley's base, he must leave San Fierro for good. Let battle commence! Освобождать его нужно, точно. Тут хотя, он, тут хотя бы вертолетик хотя бы полегче здесь, намного легче. Тот самолетик, это, конечно, вообще жесть.
Да просто чел. Don't be an idiot. Use the goblin to move that barrel. Get a plank from our base and make a bridge across that gap. Точно, бля. Я же не шарю за ваши вот эти вот игры, блин. Вот эти вот игры игрушечные. Поехали, чё. Ну, может, ты возьмешь? А еще на время игра. Berkeley's using tanks. Carl, grab a bomb and get rid of any tanks that threaten our progress. Хорошо. Сейчас прям собирался сделать. Да, интересная миссия, ребята, очень интересная миссия. Куда он поехал-то вообще? Ну, нормально, все хорошо у него. Я понял, что надо... Да, еще раз напиши мне это, блин. Спасибо, еще раз напиши мне об этом, пожалуйста. Ну, так, знаете, наверное, почилить больше, наверное, миссии. Просто чел сам едет. Отпустит, блять, не могу, прикинь, отпустить. Сейчас, мужик, погод части положу здесь, досочку, не переживай. Поехали. Карл, there's no bridge. There's no bridge. Carl, I need a bridge now. Да он не берет, он через раз, видишь, берет все это дело. Что виноват, блин? И все игра багованная, блин. Get me a plank to cross that river. Да, да, да. Он так типа нормально пойдет, положу, нормально все будет. Так, что там дальше у них? Бочка. А, вон танк сейчас. Тор здесь проедешь, да? Сейчас, мужик, погодь. Быстренько слетаю. Да. Ну ладно. Ну, это я говорю, эта миссия, наверное, больше реально для чила такого, знаете. Типа после таких миссий всех, которые тут есть. Просто так почилить чисто нет. Нет. Что, почему нет? Потому что нет. Может, ошибся, оговорился? Ну да, извини, я оговорился просто случайно. В самом деле, это правда, чтобы почилить. Ну вот, что ты говоришь, нет. Ну, прости, пожалуйста, больше так не буду. Все, чтобы больше такого не было. Слышь, ты что, мразь, охуел, что ли, блядь? Ладно, ладно, успокойся. Хорошо, успокойся. Куда ты, ёпты? Куда? С твоей бочки ставишь, ёбаный уроды. Куда, куда, мальчик, мальчик, успокойся. А, проезжай, мужик. You, sir, are a loser. Leave the field of battle in shame. А могу его взять? Pack up your crummy mail order business and get out of my town. Carl, you were all a duelist like me could want. Сюда надо старт. Sir, I salute you. Сэр, я вам салютую. Предприятие активно. Все, наконец-то прошли мы. Теперь эта недвижимость будет проносить в доход вплоть до $5000. Не забывайте своевременно забирать выручку. Ту-ту-ту.
Так, ладно, что нам осталось с тобой, да? Собственно, темпа не дабл. Погнали сейчас, давай, я практикуюсь быстренько, да, там, в плавании вот этом. И пройдем в ту миссию, собственно, да. И я думаю, говорю, мы в этой серии, скорее всего, уже из этой локации уедем. Вот, почему бы нет, да, собственно, почему бы нет. Поэтому давайте как попрактикую сейчас, сейчас попрактикую, короче, в общем, я плавание, да, здесь в этой игре, и тогда включусь, как подъеду к миссии, собственно, да, как допрактикую, как плавание, и, короче, вы поняли, блядь, сейчас попрактикуюсь в плавании, и, ну вот, и, как он засчитает меня, доеду до миссии, тогда уже включусь, чтобы не из-за этого, ну, собственно, понял, да, чтобы не удлинять хронометраж. Так вот, все, попрактиковался, собственно, в плавании, да, там нужно было просто понырять несколько раз, и все. Ну, я как засчитал, теперь давай попробуем сопротивить эту миссию. Десантная операция. Хоть меня отвлекать. Как ты чувствуешь в воде? Имеешь в виду, умею ли я плавать? А, плаваешь хорошо? Нет, не очень. Понятно, не дает, прикинь. Понятно. Ну, тогда что? Тогда погнали темпа не выполнять. То, что там S есть, это стененько. Давай-то это повыполняем. Если тут не дает, то ладно. Так, поехали, чё? Мокрый след. Эй, CJ, как сам? Привет, а ты как Джетра? Какие-то копы ждут тебя в офисе, чувак. Опа. Темпани. Ладно, чувак, я разберусь. Если вы что, вы расслабляетесь? Интересно, чего, блядь? Ну и чё, уходить на этот раз? Мы образуем мир, не делать свою работу. Или сразу среда больного либерала, сующего свой нос в дело, в которых он и не мыслит ничего. На вас добралась пресса? Чё ты, мать, узнаешь об этом, Запрак? Эдди, полегче, не сбежи. Многие молодые журналисты пытаются заработать свои себе имя. Но он не знает, как ведут дела на улицах. И что он должен писать то, что ему говорят. Да, вообще нам нужно, чтобы ты его заткнул. А, и стулача, ты того тоже заткни. Короче, один писака, который типа копает. Мы не знаем, кто ему стучит, но мы не знаем, что репортер сегодня встречается с ним. Позаботься о нем. О, это ваше место, Карл. Погнали, чё. Это что-то можно купить? Нет, нельзя купить, да? Пока что мы не можем купить эту недвижимость. Хорошо. Прошу прощения. Yeah, no.
Так, Лос-Сантос, собственно, да, видишь, мы возвращаемся в Лос-Сантос по итогу-то. Поезд едет именно туда. Нихуя себе, занесло. Ну фара включать, что ли, просто так? Включил и вышел фару, нормально. Что, блядь, происходит? Ну, собственно, что, нам следить сейчас за поездом нужно, потом, я не помню, какие-то, я, кстати, эту миссию не помню, ничего себе, заносит даже здесь. Ну, где он едет? Ну, вот тут прикольно, да, если я неправильно прочитал, короче, этот, блин. Как темно. Если я неправильно прочитал, короче, этот, блин, задание. Я примерно так и думал, что так будет. Где-то вот здесь, да? Сейчас он выйдет. Он долго будет идти? Ну, видимо, долго. Вот, все вижу его. Подальше отойдем от него. Мускулатура, смотрим, самый прокачанный, выносливость, авторитет, жир. Что там еще у нас? Сексуальность, что это прокачано. И стрельба с ребенком максимум прокачано. Жир у нас вообще нету. Живо.
Ох, добрый Лос-Сантос, вот он. Что нужно за ним следить, грубо говоря? Нам нужно с тобой за ним следить просто-напросто, и все. Пока что. Странно, такси едет, ну ладно. Наверное, специально сделал, что типа ты прям есть сигнал. Типа едешь за ним, он прям на это крест поворачивает, типа. Большой глубина для поворота. Что, блядь? Мать, ты чё лежал там, Мась, да? Так, джаз нужно на расстоянии, пока он не встретится с кем-то, хорошо? Хорошо. Ой, нам обратно еще ехать. Ну давайте, блядь, когда еду сейчас до туда, вон. Включусь. Ребят, все-таки я добрался обратно в Сан-Фиеро. Че, давай дальше проходить с тобой сюжет все-таки. С 8 до 6, ну понятно. О, let's go. Что же здесь теперь? Хладнокровный убийца. Так. Блин, ну где же? Куда же я его засунул? Чёрт. Я говорю, девушка, ты в норме? Узи. Ну, чё, я типа дал отрывать в жизни его трубку, как он позвонит. А потом мне нужно, чё? Ты, братишка, съездить с тобой? Нет, это тема для одного. Надо все делать по-тихому. Вот я и подумал, набрать маму и сделать себе глушак. Это чё, ну ты, братишка? Надо тебе приезжать, думать в стиле гетто. А ты что предлагаешь? Сейчас покажу. Затяни, братишка. Вот, возьми мой. Куда это у тебя? Ну, купил кореш, там же, где и штаны. Это же Америка. Да уж. Опа, let's go, let's go. Стоять, стоямба. Так, ну что, погнали, это вроде... Да, это, скорее всего, ластово у нас тут миссия все-таки. Так, ну я как доберусь, включусь, потому что хронометраж, да, не задерживать, собственно. Так, ребят, мы с вами подъезжаем уже к миссии, собственно. Да. Все равно, что же здесь будет? Вроде как сейчас... Блять. Дура ебаная! Куда ты едешь? Ты видишь, что мотик едет? Нихуя не смотрит по зеркалам, блять. Понятно, на. Как права получила, блять. Да, здесь, скорее всего, что-то с райдером будет связано. Да-д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 а. Джи не хочет, чтобы его беспокоили. Проверить клуб через крышу. Хорошо. Хорошо, мужик.
Так, где-то здесь. Да-да-да, сейчас... Да, все, это скорее всего, Last of Us, как я помню. Что сейчас мы здесь райдера будем. Давайте как гасить в этой игре. А как туда пробраться? Подожди. Здесь лестницы нема даже. А, вот так вот, блядь. Let's go. Обсуждаем, конечно, все. Ну, миссия, кстати, посмотрим, они усложнили ее. Ой, усложнили. Оставили такой же, как в классике, либо легче сделали. Это очень интересно. Может, не туда я забрался? А, да. Нормально, все хорошо. Нормально. Подходите к жизни, что вы должны добыть номер. Где он? Где-то внизу, короче. Куда дальше, блин? Да, о. Так. Подвинься, а. Двинься. Опять тот самый день недели. Ваш корабль сейчас сделает этот самый особый звонок. Держись, если я пойму, что вы меня разводите. Дим, смотри, чтобы на этой неделе твою долю подняли, мы на нее сладкие. Подвинь, сука, дело занят. Не смей больше это на голову. Заткнись! Эй, Джизи, надо перетереть. Ну да, друг, так говори. Мы же... Чё? Добро слово, тут мудрое изречение там. Нет, ты облажался. Да ты чё слышишь? Ну да, попутал немного. Я не идеальный, понимаешь? Я не добрый, не мудрый, нет, бестолковый. Но, ей бог, я пытался. Нет, ты облажался, когда мне поверил, пижон. Да брось, ну. Ты барыжащий жоп, а не вообще. Ну ладно, вообще. Господи, чего взял ждут, а? Завалите кто-нибудь этого. Смывается, догоните его. Чего, блядь? Поехали. Так, надо быть аккуратным. Лимузин берем, погнали. Он поехал еще в другую сторону, что? Ау.
Куда ты, ёпта, собрался? Мои воду сейчас чем-то. Ой-ой-ой-ой. Ну все. Цезарь, здорово, чувак, как сам? Надо встретиться, Пир 69. Мы вынесем синий котлок. Окей, брат, а он надо народ звать? Не, сам все устрою. Ну погнали. Все, тут миссия все осталось. Миссия вроде осталась. Блин, я уже сколько раз это говорю? Ну ладно, тут реально сейчас миссия осталась. Я говорю, миссия осталась. Все, давайте, когда я иду сейчас до миссии, чуть-чуть... Так, блин, мы с вами подъезжаем. К миссии, собственно, да? Да, вроде как это ластовая миссия здесь. Ну, по сюжету, по крайней мере, да? Ребята, давай, я нашел батизнание. А ну? Да, мало еще добыл телефон. А что с того жизни? Ну, какой план? Хранители Тибоуна появились заранее. Они выставили посты на крышах, чтобы следить за пирсом. Эй, окей. Yeah, I see you. That was Woozy's boys. They're in place. Look down by the side entrance. Смотри рядом с боковым входом. Shit, they heading up to the roof. Shit, Mina, we're gonna have to take our T-balls on the rooftop before this whole gig goes wide open. Пока все не накрылось нафиг. Shit, they walk right into it. There's still some on the left, CJ. One of those drive boys is down. Так, блин, четко я их вынес. Суждаем, блядь. Да, здесь вроде должен быть райдер. Вот и Тибоун. А он едет, вон райдер едет. Вот и гадюка райдер. Ты глянь на этого, Тусис Баллас, будто они друзья с детства. Что-то не то, а где то? Торено. Ты на это подходишь? Торено, стопудово. Ты там видишь? Он сваливает. Думаю, шашки. И ведь даже не смотрелось, надо валить этих дурил прям. Блядь. Поехали. Иди ты нахуй. Куда ты, ёпта? Погнали, похуй. Ой, как много хпшки я здесь затрачу. Мендес, я тебя вижу, странная рифа. Это райдер. Торчок хреном. Куда ты собрался? Меня не остановишь. Он двинул к терам. Убежай, разберусь. Смотри, как это делается. Смотришь? Где он, блядь? А вон плывет, смотри. Вот так вот, ребята, вот так вот. Предатель все-таки оказался он. За это и поплатился, собственно. Вот, ну, бля, еще одну миссию. Я сказал последнюю вроде. Ну, вот, я эту миссию помню точно. Теперь точно ластовая.
Точно Ластова будет сейчас миссия. Стой, ёпта. Машины исчезли, видел? Нормально. Реалистично. Так, сейчас как доеду, собственно, продолжим. Что, собственно, закупился патрончиками на калаш и ппшку вот эту вот. Теперь надо ехать к заданию. Ну что, ребята, подъезжаю к миссии. Сейчас закупился вот бронежилетом в амуниции, да, в этой игре. И патрончиком, собственно, ппшку и калаш. Так что просто были, знаете. Сохранимся с тобой. Так, пройдем или оставим следующую серию? Давай я все-таки оставим с тобой на следующую серию. Сюда миссия как раз улучшил навык плавания, да, собственно, СДЖ. И на дабл съездим, может, пройдем там миссию, собственно, и дальше пойдем по сюжету. Собственно, спасибо за просмотр, такая серия была. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно, спасибо за ранее, кто делал, это реально огромная поддержка мне. Мне это мотивирует делать что-то дальше, и, в принципе, когда я вижу, мне прям, знаете, становится радостно, когда вижу вашу поддержку. Спасибо ранее, спасибо реально, спасибо огромное, кто это делает. Принц Сервис, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.